вертелся, дела да дела. Очень редко приходят друзья, иногда в очень узком кругу. Скажет друг, расскажи про войну. Как рассказать про шорох куполов в ночной тиши над бренною землей? Как не восьмой среди черных облаков упал на склон сгоревшей звездой? Как рассказать про выстрелы в ночи? Как вдруг мечтал живым домой прийти, но вдруг упал сраженным на повал, но отстоял так нужный перевал? Как рассказать про взорванный фугас? Как вниз ушел подорванный КамАЗ? Про экипаж, что заживо сгорел? Еще вчера я песни с ними пел. Рассказать про слезы матерей, когда домой приносят сыновей? Нет, не смогу и просто не хочу, об этом песню только я спою. Как рассказать про дембельский приказ, какой бывает в жизни только раз? Как Ан-12, завалив крыло, унес тебя в родимое гнездо? Об этом долго можно говорить. Одно скажу вам, любо, братцы, жить. Пришел домой, так радуйся, живи. Да не забудь афганские пути. Завертелся дела да дела. Вот совсем не приходят друзья. А когда спросят вдруг про войну, я всегда почему-то молчу.